кого ты считаешь одним из самых быстрых игроков Сочи? Ну, наравне с тобой. Не знаю. Таких нет, да? Ну, Адамов может. Я, кстати, не видел, как Дэн быстро бегает. Слушай, а ты знаешь, если вот... иногда есть, что вратари реально нормально бегают. Не, я к тому, что я не то, что не видел, как он бегает, а к тому, что вот там 100-метровку, чтобы он побежал. Вообще, с какой он скоростью бежит, ты реально. Ребят, поставьте лайк, наберите 3000 лайков, и мы Дэна загоним на автодром на 100-метровку против какой-нибудь заряженной бэхи-тройки.